Алексей, расскажите, какая задача? Спуститься с крыши в ту сторону. Но они еще пока не знают, как это сделать. Следы — это не грязь, это оплавленная веревка. Под большой нагрузкой веревка нагрелась настолько, что ее, да, смотрите, какая красота. Перебита оплеточка немножко. Где-то вот так, а где-то она складывается вот так. То есть я бы все-таки заменил бы. Полметра пролететь на жопу — будет больно. Можно, например, страховочную дверь использовать. А как ты будешь работать? Вот ты приехал, а снова у тебя основная кончилась. Смысл надо завязать. Если у вас нет уверенности, что веревка лежит на земле, смысл в конце. Надежно привязывать веревки, иначе... Узел грейплайн очень сильно затягивается под нагрузкой. Поэтому, когда оставлены вот такие кончики, они заползают вовнутрь, когда они такие короткие. Узел развязывается. Да. Кончики выходящей веревки должны быть не меньше 10 диаметров веревки. Земля! Ой, молодец! Ой, какая собака! Веревку не отпускай. Ну, выдай себе... Так, рабочая... Я знаю. Мне в это окно и нужно.
один узел, один карабин, одна точка, но при этом все. Но при этом очень все надежно, и веревка нагружалась. Очень важно кролик настолько высоко загнать, насколько да, можно. Да. Ну, если будет еще на ступеньку, будет чуть-чуть. Ну, очень хотелось. Раньше мы так серьезно группу не готовили. Мне кажется, сейчас уровень групп, которые будут выпущены, будет не хуже уровня среднего по ПСО. Есть такая надежда.